Дмитрий, ты готов? Töten Sie mich nicht! Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады! А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь! Стой! Он может нам помочь! Помочь? Пусть лучше за нас умрет! Мудак! Это не война, это убийство. Этим и заканчиваются войны. Это без войны. Наши отряды уничтожают город. Заходи. Тише. Захватим их врасплох. Russische Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind vervollständig umzingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was ich den General erklären sollte? Das sollte dem General eigentlich selbst klar sein. Es sei denn, er ist genauso arrogant wie der Führer. Da sind sie! Убей sie! Ja, ступай, товарищи! Все чисто! Да! Бегу! Sowjetische Truppen! Беги! Беги, Николай! Здание рушится! Из-за дыма будет трудно дышать. Почти ничего не вижу. Я задыхаюсь. В Сталинграде нам с Димкой не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям. Впереди пулеметы! На третьем этаже! Идем!
Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Черно. Ты хочешь отказать этим людям вместе? Черно, ты же Дмитрий. Он знает, что такое милосердная смерть. Быстрее, Петро! Сюда! Делиться по обеим платформам.